Единственным требованием возобновивших работу после карантина кинотеатров является соблюдение социальной дистанции и заполняемость зрительных залов не более чем на 50%. Зрители должны быть рассажены на расстоянии не менее 1 метра. Социальное дистанцирование не распространяется на членов одной семьи или проживающих вместе людей. В остальном кинозал все тот же. Это место, куда люди приходят провести время с интересом и пользой. Мы рады сообщить, что уже 2 недели во Дворце культуры «Химик» показываются фильмы, и мы рады, что сняты ограничения, и наши дорогие зрители могут, наконец, приходить в наш уютный кинозал. И еще приметнее и замечательнее то, что наши новочебоксарцы соблюдают все правила безопасности. В репертуаре кинозала не только фильмы для взрослых, но и мультфильмы, сказки для детей. Второй день зрители приходят на премьеру фильма «Стрельцов». Для вас премьеры новых фильмов на нашем большом экране. Также мы ожидаем мировые премьеры, зарубежные и новые российские фильмы. Наш кинозал работает с 10 утра и до полуночи. Мы с нетерпением ждем вас на наших премьерах. Приходите и проводите ярко эти киновыходные во Дворце культуры «Химик». Екатерина Махаткина, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.